Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Моби Хрен, и с вами, как обычно, я, Адриан, и мы возвращаемся в Shadow Fight 2. Короче, друзья, я уже не помню, на чем мы там остановились. Я помню только то, что мы, по сути, победили охранника-призрак, да? Говненого, сраного ублюдка, который мешал нам жить. Давайте, короче, посмотрим, что там у нас в событиях происходит. Да, у нас остался, в принципе, один телохранитель до Рыси. Но Рысь, если честно, такой персонаж, с которым не хочется, если честно, сталкиваться. У него очень неприятный стиль боя. Он вызывает какую-то херню с под задницей, да, черную такую дыру, как я называю. И на дистанции не дает подойти. Ну, это очень печально и очень печально. Денег у нас хватает при достатке. Что мы можем сделать? Нам тут главное сейчас поднять левел. Левел мы пойдем поднимать в турниры, друзья. В турнирах как раз легко, а здесь можно легко, опять же, поднять турнирчики. Против нас выскакивает страшная бархат. Давайте посмотрим, как мы, насколько быстро мы ее размотаем, растелепаем к этому рингу, раструсим ее жирок. Вот так вот, да? Вот так вот. Ой. Ну ладно, она немножко раструсила нам. Ой-ой, ну удары какие у меня плотные, вы посмотрите, друзья. А? Как тебе мои ударчики? Ну, короче, быстро налегла поспать. Да, давайте еще раз повторим, чтобы она на всю жизнь запомнила, что такое, короче, моя дубинка. Ой, господи, я так давно не играл, что забыл все тайминги, как нормально драться, все остальное, чтобы было немножко красивее. Как бы, чтобы было, короче, друзья, вам красивее видеть макханалию, которая происходит на ринге. Словил тебя, твою мать. Давай. Ай! Конечно, друзья, между сериями я в Shadow Fight не играю. Не играю, потому что, ну, во-первых, у меня очень мало времени, так как я еще, помимо всего, занят. Как ни странно бы ни звучало, я, помимо этого всего, занят. У меня на это немножко мало времени. Так что, друзья, не сильно ругайте. Я вижу, некоторые друзья смотрят, комментируют, лайкают. Спасибо вам, друзья, за комментарии, за лайки. Кто этого еще не делает, друзья, пожалуйста, делайте. Потому что для меня это большой стимул делать видео для вас, писать, короче, контент, да. В принципе, игра годная. В нее очень хочется играть. В принципе, мы только что победили. Давайте приступим ко второму дурачку, который против нас выскочил. Это у нас разбойник. Разбойника мы сейчас разобьем об пол, я надеюсь. Я хочу очень красиво, короче, растелепать его по рингу, но... Ух ты, как он меня хорошо вообще словил. Вот я вроде бы хочу по таймингу поработать, но получается у моих противников срабатывать по таймингу быстрее, чем у меня. Но сейчас мне везет то, что... Удар у меня сильнее, прочность к моей броне тоже сильнее, как бы, и за счет этого я немножко вывожу. А так бы меня бы растелепали бы уже, конечно. Давайте с удара сзади начнем в начале. Отлично. Ой-ой-ой, как вообще они меня ловят, а что такое? Слушай, я хочу красиво тебя закончить. Вот так вот. Вот. Да ну, опять забываю, что нужно заранее все нажимать, потому что у игры какой-то... То ли это у меня нет оптимизации, то ли не пойму. Короче, проблема в том, что нужно мне нажимать заранее кнопки, чтобы мой персонаж среагировал на действие, которое я хочу, чтобы он сделал. Короче, так. Так, побеждаем мы второго противника, разносим его в щи. И у нас до сих пор еще уровень сложности легко, так что давайте продолжим. Продолжим, поднимем до 5 левела. Против нас опять жало, мы уже сколько раз купали эту жало. Жало, кстати, друзья, это охранник Рыси, насколько я помню. Ой, куда ты пошел? Бейся! Вот так, ногами работаем. Ой, в воздухе, в полете разнесла нам она черепушку, но мы ее добили. Два удара и все. Пока противники очень слабые, и против нас они ничего противопоставить не могут, так как хоть и по таймингу они пока нас лучше, потому что я подзабыл уже всю эту вот... Ох, как хорошо челесняки прилетел. Ой, второй раз, еще чуть-чуть. И тут, опа! Critical damage, друзья. Ай, немножко не попали мы в рейн. Ай, по яедлам, подруга. Ну, это вообще-то некрасиво. Некрасиво так драться. Вообще некрасиво с девушками драться, ну, да ладно. Так как она облизывает свой клинок, я не считаю ее женщиной. Давайте так. Уж простят меня все женщины. Друзья, до сих пор легко.
Настолько мы круто отделились в прошлой серии, что безумец. В принципе, мы против безумца уже дрались на турнире. Почему-то повторяются соперники, я не понимаю, почему. Ух ты, господи, как он меня сложил. А если так? А вот так? Тоже никак. А если вот так? А так прошло. И вот так? Нет. А вот так? И так, и вот так. Вот, отлично, отлично, снимаем кучу хпшечки. И вот, последний удар не получается. Вот так вот. Классно, в спину прям пролетело. И по бубну надавали ему дубиночками своими, и все. Раунд второй. Я уже думал, я выиграл. Ага, не тут-то было. Но у него, кстати, кастеты. Самое любимое мое оружие, кстати, в этой игре, это кастеты. Блин, он успел впервые меня сделать подсечку. Вот не могу я просто, вот он как-то, они очень слишком быстро спамят, резче, чем я, по ударам. Ай, в коленку прилетела. Ага, и тут-то было, дружище. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ну почти, ну вроде бы по анимации удар был уже в него, то есть прилетела моя нога, но почти. О, слушай, он меня сейчас сделает. Ай, скотина забрала все-таки раунд. Как они меня бесят, вот эти вот, вот это вот. В эту игру нельзя переставать играть, друзья. Если вы проходите Shadow Fight, как ты, твою мать, собака, посмел так со мной круто драться? Ой, как хорошо, я ему врезал крутым ударом, друзья. Есть, отлично, на заломе забираем его. Даже на легком уровне забрали у меня один раунд. Ну ничего, 510 дырявых монет мы получаем. Опыт льется, хоть не так бы. О, все, друзья, получаем и пятый левел. Неплохо, ты получил новый уровень 5. Твои умения возросли. Давайте перейдем, короче, в профиль. Да, посмотрим, что у нас. У нас тут добавляется умение. Называется оно Мститель. 20% шанс на гарантированный критический удар, 160% урона в течение 5 секунд после получения критического удара. А теперь другой вопрос. У меня в моей курточке, насколько я понимаю, да, в моем халате, или как это назвать, есть такая уже функция, но там только 150% урона в 5 секунд. Как это будет совокупироваться вместе теперь, я не понимаю. То бишь, это будет вместе работать и даст мне дополнительный критический удар. 160%, то бишь, долгосрочности. Я не знаю. Короче, ну да ладно. Отлично нам умения дают. Лучше бы нам еще дали какие-то бы удары, какую-то комбинацию, чтобы можно было делать. Нанеси первый удар 100 раз. Бросок кобры мы получаем умение. 3 восьмиугольника мы получаем за это. Безумство храбрых. Выиграй бой у уровня сложности безумно. Мы это сделали в прошлом видео. Получили за это 7 восьмиугольничков. Переходим, друзья, в оружие и смотрим, что нам здесь дают. Трикстер. Это ты поднял столько шума. До этого я был сенсацией в нашем городе. Покажи, чего ты стоишь, нахал. Ого. Так, и у нас, короче, здесь какой-то соперник нарисовался. Ну что ж, придется с ним драться, друзья. Тебя запомнят лишь как очередного подражателя великому трикстеру. Ставлю свои нунчаки, что ты не стоишь, и пылинки с моих сандалий. Друзья, уровень сложно. Но уровень сложно, это вам не безумно, так что давайте я рискну своей пылью, или его пылью, и как он там сказал, и попробую навалять ему, короче, за шиворот, или куда там получится ему навалять. Но нунчаки, кстати, это очень опасная херня, я помню. Ну, когда... Оп-оп-оп-оп. Ай-ай-ай-ай. Видите, какой у него жесткий удар? Все, три удара, и я сдулся. Вот что значит нунчаки. Ну, его можно победить, у меня тоже удар хороший. Но проблема в том, что я давно не играл. Вот, видите? Раз, два. Да ну, твою мать! Да ну как это он так быстрее меня нажимает? Я уже сколько уже на этот самый на нажимал на эти кнопки. А-а-а! Нет! Так, все, мы перешли в третий раунд. Фух, перевел я игру. Третий раунд, давайте. Здесь уже напряжемся. Напряженная ситуация. Хорош, но удары какие-то слабые.
Отлично. Ай. Концентрация. Да ну не тот удар я хотел ногой. Не этот. Брутальный нокаут в челюстняк. И мы забираем нунчаки, друзья. Я не знаю, что там за качество у нунчак. Давайте посмотрим, мне очень интересно. 64 монеты. Ладно, погорячился, с кем не бывает. Возможно, мне стоит поучиться к самоконтролю. Держи, нунчаки, заслужил. Забираем, и, короче, друзья, нунчаки. И вы посмотрите на силу атаки. Это просто жесть. 80. 80. И мы сейчас можем их, в принципе, улучшить. Там же, кстати, есть умение. Вот смотрите, у него дополнительное умение есть нунчак. Перегрев. Каждый нанесенный удар может увеличить урон от следующего удара, нанесенного в течение 5 секунд на 200%. Этот шанс зависит от силы свойства. Офигеть, друзья, на 200% это вообще просто. Вы представьте, 100% это плюс, 100% это получается, если 80, это 160. А это будет, представьте себе, 200% это еще, это будет где-то 320. Или я плохо считаю? Как у меня с математикой? Напишите, пожалуйста, сколько это будет. Я... Ух, очень тяжело эта математика мне дается. Давайте, короче, еще что сделаем. Посмотрим, какую там робу нам можно купить. У нас, кстати, какая у нас роба? Где наша? Подождите, у нас не такая вроде бы. Вот, у нас стоит Кираса Ярости, да? У нее 73 защиты корпуса и 61 плюс к урону, насколько я понимаю. И там еще дополнительное умение магии. Зачарованный еще получается, да? Теперь посмотрим, что нам вообще можно приобрести. Пока все вроде бы тут. Вот, 86 и 68. Или же тоже 80 или 68. Чужеземный доспех. И клепаная куртка. Очень интересно, друзья. Клепаная куртка или то, или то. Но здесь, смотрите, здесь можно улучшить еще за дрявые монеты. Здесь я могу это все улучшить за вот такой вот. Вот так вот сделать. И у меня будет та же статистика, как и более-менее лучших курточек. Короче, вот так вот. Можно еще раз, давайте его улучшу за восьмиугольники. Не пожалею. И еще раз, если уже дают. Все, друзья, 98 защита. Защита корпуса. Это просто самая крепкая защита, она пока у меня, которая была. И 86 защиты, урон. Вот так вот. Так, и что еще? Тут уже вроде бы все посмотрели. Теперь можно купить... Наконец-таки хорошую маску, то бишь на хороший шлем. У нас стоял какой? У нас стоял вот, вот такой вот друшляк, как бы он ни звучало, да? Да, вот такой вот. А теперь я хочу купить вот этот вот. Да, какой, какой лучше? Я не понимаю, почему этот можно купить и за дырявые монеты, а этот только за восьмиугольники. Вот непонятно. Остроконечный шлем, 78 защита и змеиная маска. А, здесь еще есть дополнительное. Каждый пропущенный удар может увеличить урон от вашей следующей атаки на 200%. Этот шанс зависит от силы свойства. Не, ну конечно, друзья, я вот эту вот куплю, не пожалею, восьмиугольники. Уже у нас совсем мало восьмиугольников осталось. Улучшим ее за дырявые монеты один раз, за дырявые монеты два раза. Все, друзья, я опять же полностью прокачиваю свои шмотки. И теперь можно отправиться... на драку с последним охранником. Уровень невозможно, друзья. Но я и драться не буду. Я не буду драться, потому что, ну, очень тяжело. Давайте уже в следующей серии я немножко прокачаюсь до 6 левела. И мы кинем вызов все-таки последнему охраннику этого труса, рыси, друзья. А кому понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте. Комментируйте, пишите в комментариях, может кто-то играл в эту игру, у него есть какие-то советы. Я выслушаю их обязательно. И подписывайтесь на канал. С вами был Адриан Кол. Вы были на канале Моби Хрен ТВ. Всем спасибо, всем пока-пока.